Заброшенная усадьба. Здесь пошуршал кто-то хорошо до нас. Усадьбы вообще, усадьбы всякие барские, там это все еще в начале 2000-х в первую очередь выбивались они. Когда еще в интернете не было карт. Это самое первое было, что кладоискатели, цель кладоискателей самая первая была, короче. Хочу порекомендовать вам международный интернет-аукцион Виолити. Там вы можете купить, продать по выгодной цене старинные вещи. Также рекомендую подписаться на YouTube-канал Виолити. Все ссылки в описании. Двухэтажные особнячки. Барские двухэтажные особнячки, ё-моё, раньше были. Рухнула крыша. Крыша рухнула. Ух ты, как там крыша-то рухнула конкретно. Еще один заброшенный домик. Так. Вот еще. Дранка прям даже одна. Да, крыша просела полностью, все, чердак рухнул весь. Блин, дом сгорел, жалко. Дом сгорел полностью. Это мы на чердаке уже. Немножко вот этот участочек позвеним. Проверим. Проверяли его, кто нет. Его-то рухнуло. Ой, блин. Вот это да. Короче, тут вообще рухнуло все так, что это пол второго этажа получается. Все капает. Как оно тут вообще? Это получается пол второго этажа. И он рухнул. А он, кстати, был двойной. В тот край? Я пузырек нашел уже. Пузырек, аптечный пузырек обычно. Ну, наверное. Пузыречек. Сверху, видать, упал. Как вариант. А может и нет. А. Блин, тут такое все гнилое. О, да. Сейчас загляну-ка я туда. К сожалению, я не вижу там, что есть, что есть. Сейчас покажу. Вон. К сожалению, крыша рухнула полностью. Слушай, а представь, так опасно, вот так вот она рухнула, да? Офигеть можно. Она полностью вообще легла на чердак. Полностью легла на чердак, к сожалению. Не вариант. А подложка, да, хорошая подложечка. Ребят, вот, ну, к сожалению, вообще крыша полностью упала. Залез поснимать. Здесь вот такая стоит. Я дотянусь без проблем. Сейчас. А, сейчас, не знаю. Вот. До чего можно только дотянуться, поснимать.
Да, я вижу, да. Вот даже вдаль, если смотреть. Чердак интересный, но видите, как крыша полностью легла на чердак. Блин, солнце светит прям в лицо. Ничего не вижу. Ха. Ой-ой-ой, скользко-скользко. Сейчас, секундочку, поснимаю еще вот так вот. Там вон какие-то ящики. Вон тот хомутик бы достать. Одной детальки мне не хватает. Ну-ка я сейчас, ну-ка я зум сделаю. А, тут еще одна вот такая прялка. Вон там. Сейчас попробую зум сделать. Вал от ткацкого станка. Вон он лежит. Вал, да, целиковый абсолютно. Да, чердак был интересный, конечно. Он сейчас интересный. Ну, он интересный, но не обследовать его вообще никак. Так, а как за хомутом-то? Вот он лежит. Вот он, хомутик-то лежит. Но далеко. Будем пробовать. Маленькая комната. На первом этаже тоже все вон. Все рухнуло. Здесь очень опасно, ребята. Все рухнуло абсолютно. Альбом. Даты. 1968 год, а? Угу. Даты не стоят, жалко. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у Деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина, есть розничный магазин в городе Подольске. Тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-In. Назовите промокод Y и получите скидку и отличные бонусы при покупке металлоискателя. Магазин у Деда Мити, ссылка в описании. Найдется все. Разрушено все. Пойдем-ка мы посмотрим второй этаж. Вот такая винтовая лестница. Какая узенькая. Ух ты, блин, чердак-то рухнул, елки-палки. Весь чердак рухнул. Ух, вон она. Все держится на честном слое. Фух, блин, опасные здесь дома. Ничего себе. Да, камин какой красивый, ё-моё. Обалдеть. Слушайте, как его мы мимо... А я на камеру вам сейчас сниму. Какой он был красивый. Это дымоход. Вон дымоход. Снизу топили, а это дымоход. Вообще, ничего себе, красота какая. Да-да-да, интересно сделано. И так все тут рухнуло. Я думал, тут чердак целый еще, а тут все нет, внизу уже. Все внизу. Иностранные газеты? Обалдеть. Обалдеть. Представьте, какой огромный чердак. Просто невероятный. О, сюда складывали эти. Изразцы складывали сюда, наверх. Их. Сейчас мы здесь позвеним. Подложка целая, но вроде как копали кто-то ее. Ой, ребят, створочка от складня. Но, может, где-то еще есть? Видите? Блин, как вам снять-то, чтобы видно-то было? О! О!
Створочка. Значит, не звенели. А ямки, может быть, какие-то эти котыры или тут срали. Да, может, так звонили. Ну, может, да, пропустили. Сейчас позвоним еще. Смотрите. Обои. Отрываем обои. Сейчас как-нибудь попробую вам показать. Обои оторвали. И вот, например, газета. Царская газета с царских времен. И причем она на немецком. А это часть на немецком, часть на русском. Вот. Видите, да? 1890-1891. И вот, например, вот такая статейка называется. Почитайте, кому интересно. Вот такие дела. 1890. Вот. 1889. Сейчас приду. Слушайте, обалдеть, вот такие. Интересно, когда? Смотрите, кого? Граммофончики, вот реклама. Реклама граммофончиков. Сейчас в другой комнате вам сейчас сниму. Вот такие вот газеты интересные. Весь, видите, вот, показать, чтобы вам было понимание. Чердак весь рухнул сюда. Здесь такой бардак. Возможно, здесь что-то и есть, но это, знаете, это надо тут жить, короче, чтобы что-то перебирать. Это, к сожалению, поздновато, конечно, да, рухнуло все уже. Очень жаль. Очень жаль. Одна створка от складни я нашел. И вот, возможно, где-то еще, может быть, какие-то артефакты здесь есть, но здесь невозможно искать. Сейчас я вам еще газетки поснимаю. Вот еще тут какое-то название статьи «Холостой супруг». К сожалению, здесь клей. Член армии спасения. Вот здесь, например, написано. Ну, вот в таком они состоянии, к сожалению. Все в плачевном, конечно же. Вот год газеты. Сейчас я вам сфокусируемся. Вот, видите? 1893 год. Апрель. Ребят, вот, к сожалению, расколотая кружечка. Смотрите, какая тоненький фарфорчик. Тоненький фарфорчик. Прям вообще, вот она, красавица была. Жаль, жаль, жаль. Очень жаль. Вот такой кувшинчик тоже. Блин. Бутылочка. Царских времен бутылочка. Но, к сожалению, все расколото здесь. Дом ломался. Неаккуратно тут все, конечно. Все рухнуло. А вон там на улице лежит жернова. Даже две части. Она очень тяжелая. А я ищу. Чем там латунные ручки очень старинные есть. И, к сожалению, у меня в машине нож. Кис, ты что кричишь-то? Ты голодный, что ли? Кис-кис-кис. Что случилось-то? Чего случилось-то, а, киса? Чего кричишь? Кис. Ну, больно тебе, да? Что-то у него на морде, то ли лишай, то ли чего. Эх, киса-киса. Жалко животных таких, конечно. Ой. Всегда, ребят, берите с собой на чердачный коп отвертку. А, царская ручка. Латунная царская ручка. Раз. Латунная царская ручка. Два. А у дяди Игоря нет. Элементарно отвертки. Нож в машине тоже остался. Фу. Оставлять придется. Придут и снимут. Блин. Блин-блинский, короче.
Я уже пытался тут подручными инструментами, но не получается. А ломать не хочу ломать. Можно было неаккуратно бы ее там сдернуть, но я бы ее испортил. Пусть все будет, ладно. Блин. Хорошая вещь. Запчасти от ткацкого станка. Ух ты, какие классные вещи тут лежат. Супер. Вау. Да, еще зеркало. Ух ты, какое, смотри. Сейчас покажу. Вот такое старинное зеркало. Интересное. Можно отреставрировать. 75-й год. Вот сама прялка. А это запчасти от ткацкого станка. Чем-то такое. Утюг старинный. В подшивы бы заглянуть, вон те. Вот запчасти от ткацкого станка. Ух ты, шестеренка, смотрите, деревянная. Вау, деревянная шестеренка. Здесь бы с металлоискателем. Новые. Абсолютно новые. Я пока отключусь, потому что батарейка садится, к сожалению. Ребят, смотрите, какое старинное фото классное. Девочка с куколкой. Вау. Жалко, года нет, к сожалению, но очень старое. Фото очень-очень старое. Засниму красивое клеймо. Сейчас. Из СССР. Что-то не фокусируется вроде как. Или есть хорошее, красивое, но носик отколот. У чайничка. Ручная роспись. А носика нет. Жаль. Ой, какие тут шторы красные. Фу, какой здесь запах задохлый. Мебель стоит. И больше ничего. Абсолютно пустой дом.